Всем привет! Сегодня хочу вместе с вами полистать такую вот раскраску «Путешествие во времени». Ее я получила в подарок от сына, за что, конечно, ему огромное спасибо. Хотела ее полистать сначала, как получила, а потом подумала, нет, хочу именно таких вот эмоций при перелистывании, именно вот такие прям как только когда увидишь иллюстрации. Книга для творчества в стиле аниме и манга написана. С обратной стороны у нас даны несколько иллюстраций. Так, и здесь написано 7 разных королевств, 7 разных образов и стилей, от исторических, вдохновленных викторианской эпохой, до сказочных, будто созданных в стране чудес. Перемещение во времени и пространстве по мотивам игры. Вот такой вот игры, вот написано, если кому-то интересно. Изящные иллюстрации, декоративные детали и элементы, волшебные сюжеты, вдохновляющие цитаты. Здесь собрано все, что нужно для творчества и вдохновения. Ну, давайте же посмотрим. Так, раскраска у нас не очень толстая, такая вот средненькая. Проклеена, не прошита. Ну, пока книга свежая, я даже посмотрела, она, представляете, книга из будущего, 2023 года. Вот написано, изготовлена в Российской Федерации в 2023 году. А вот, она имеет такие вот клапаны. Здесь у нас рекламка других изданий. Вот. Заказывал, знаю, что сын с Валберес. Пришла вот она немножко замята. Вот. Ну, думаю, что внутри будет все нормально. Ну, давайте же листать. Ну, такой картон не очень толстый. Так, издательство АСТ Москва. Очень интересная бумага средней плотности. Я бы не сказала, что она очень тонкая, но она и не очень толстая. Не плотная. Ну, такая средненькая. Немножко даже просвечивает следующую страницу. Так, здесь у нас цитаты. Зачитывать не буду. И вот мне понравилось. Вот уже с первых иллюстраций. Я видела обзор. Один раз я посмотрела обзор этой раскраски. Она мне вообще-то понравилась. Тонкие линии. Русалочка очень красивая. С этой стороны можно раскрашивать, если хочется. А можно не раскрашивать. И использовать эту раскраску как одностороннюю. Ой, какая красивая. Я почему-то на нее не обратила внимания, когда обзор смотрела. Очень красиво. Очень много, конечно же, мелких деталей. Очень много. Но линии тонкие. Да, образы очень красивые. Ой, тоже как красиво. Я так понимаю, сидит на книге. Угу. Ух, сколько здесь всего. Ну, иллюстрации такие в стиле аниме, как и должно быть. Ну, тоже красиво. Образы, конечно, очень красивые. И довольно-таки много времени потратится на раскрашивание. Ух ты! Посмотрите, тут у нас еще и парни. Тут у нас бой как будто бы какой-то идет на мечах. Или на шпагах. Ой, как красиво! Правда, вот здесь вот. Ну, тут, смотрите, правитель подземного мира написано. Ночью ей приснился жуткий сон. Она сидела во дворе, вокруг завывал ветер, и шуршали листья. И в этом долгом сне было столько всего таинственного, что она до сих пор раздумывает о нем. Здесь вот описано, кто тут на картинке. Цветущая вишня, тут и вот девушка прекрасная.
девушка на коне. Ой, как красиво. Посмотрите, какая иллюстрация красивая. Так. Угу, да, красиво. Я сижу, потому что первый раз листаю вместе с вами и просто рассматриваю иллюстрации. Здесь, наверное, какая-то принцесса, да? А здесь, наверное, ее служанка помогает ей одеться. А здесь девушка смотрит в зеркало, я так понимаю, да? А нет, вообще одежда и украшения на голове, на волосах разные. Значит, это разные. Королева ночных иллюзий. А здесь у нас принцесса рассвета. Так что можно рассвет на небе нарисовать. А здесь прям невеста-невеста, наверное. Красота какая. Тут у нас арочка из цветов. Платье, красивый букет. А здесь свадьба, тоже свадьба мечты написано. Очень тонкие линии. Их, наверное, даже перекрывать-то особо не надо будет, потому что их, ну, как бы, они закроются карандашами. Ну, тоже как будто бы невеста. Вот такая девчонка. Красоточка, смотрите, с мишкой. Угу, красиво. А здесь у нас лисица. Тут у них хвосты, ушки. Обитель кроликов. Смотрите, сколько много кроликов. Ну вот это. Ой, посмотрите, вот тут надо видеть. Посмотрите, какой милаш. Кверху лапками. Ой, не могу, обалденно. Вот. Здоровская картинка вообще. Ой, так тут, смотрите, на фоне огромный заяц. Класс вообще. Когда вот так вот смотрела обзор, как-то это все внимание на это не обращала. А я прямо вот сейчас рассматриваю. Здесь у нас что-то с драконом связано. Ну, еще и парень с кисточкой рисует, наверное. Красота какая. Вообще практически везде фоны заполнены. Вот здесь вот фон у нас пустой. Так что я очень довольна этой раскраской. Красивая иллюстрация. Обязательно почитаю каждое, что тут написано. Красиво. Ой, сколько здесь всего. Некоторые прям чересчур много. Опять у нас здесь лисица. И на фоне много разных лисиц. Угу. Интересно. Здесь у нас аромат любовного письма. Так что вот такая вот раскраска. Я не знаю, сколько здесь страниц. 80 страниц вот написано. Обязательно возьму в ближайшее время ее на челлендж «Начать не начатое». И буду с удовольствием раскрашивать и, конечно же, показывать вам. Надеюсь, раскраска вам понравилась. Я знаю, что эти раскраски можно заказать
и на Озоне, и на Валберис, Лабиринт, Читай город. Ну, то есть везде, везде, где продают раскраски, эти книги есть в продаже. И надеюсь, вам обзор мой был полезен. Пишите в комментариях, может быть, вы уже купили такую раскраску, или, может быть, из этой серии другую книгу вы купили. Всем спасибо за внимание, всех с наступающими праздниками. До новых встреч, всего вам самого наилучшего.